Сегодня хоккейный клуб «Игра» проводит очень важную встречу. Дети из наших учреждений сегодня почувствуют, каково это выйти на настоящий лед, поучаствовать в большой игре. Я думаю, это очень хорошее начинание. К новому году начинаются сбываться мечты. Вот сегодня некоторые ребята впервые смогут сыграть в хоккей. На самом деле это очень здорово. Спорт объединяет все силы, все возможности.